Нет, хорошо, хорошо. Показать. А сейчас жюри примет решение. Третье, второе. Ребят, просто пару секунд. Сейчас жюри примет решение. Там третье, второе, первое место. Пока они это дело обсуждают, хотел поделиться с вами, что все те, кто принимали участие в хакатоне сегодня здесь, в Киеве, смогут получить вот эти призы от Google, от Deezer и от Rackspace. Так что ищите эту информацию на GitGeekList. Если вы пойдете вот на GitGeekList, visit Wiki, там есть эта информация. А дальше хочу сказать, что проекты, которые сегодня сделали свою презентацию, они также смогут поучаствовать в отборе команд, глобальный отбор команд, как я уже сказал, для того, чтобы одной команде дать возможность принять участие в Дублине на Web Summit, Hack for Good Hackathon, для того, чтобы быть зачисленным в комитет, для того, чтобы глобальное как бы жюри смогло вас выбрать, пожалуйста, зарегистрируйтесь таким образом. В гик-листе вы сможете сделать свой, называется Achievement Card. Сейчас я вам покажу. Если вы зарегистрировались в гик-листе, то вы можете сделать вот такой Achievement Card. Но, пожалуйста, назовите его вот таким образом. Hack for Good проект. Вот, добавьте всех тех, кто участвовал в этом проекте, а также ссылку на ваш codebase. Где вы держите код, не знаю, на GitHub или на git.geeklist, это уже все зависит от вас. И таким образом, завтра, послезавтра, глобальное жюри сможет отобрать эти проекты, просмотреть их и принять решение до 11 октября. Вот хотел просто довести это до вашего сведения. Вот, а сейчас жюри принял решение или будем принимать? Хорошо, тогда давайте 5 минут. Спасибо. Брейк на 5 минут. Спасибо. Так, кто еще в жюри не занял? Так, а я отключался. Все, сейчас.